Воссоздать аптечную сеть – такая задача стоит перед Ульяновским Минздравом до начала 2020 года. Новая организация, которая будет обеспечивать население бесплатными лекарствами – это Ульяновская государственная аптека. Склад учреждения 870 квадратных метров, оборудованный холодильниками и комнатами хранения, располагается по адресу улица Пожарского, дом 25А. Отсюда лекарства будут распределяться по аптекам области. Двухэтажное здание, оборудованное современными средствами хранения, использования, защиты, также автоматизированные системы пожаротушения. На данный момент проходит процедура лицензирования склада. Формируются техзадания на закупку. На создание склада из областного бюджета выделено 20 миллионов рублей. До конца года будет открыто 36 аптек и аптечных складов во всех муниципалитетах области. Все аптеки открываются в лечебных учреждениях. 30 на местах бывшей фармации, 6 по этим же адресам в других помещениях. Тем самым не будет нарушена шаговая доступность населения к аптеке, сохранится социальная значимость, что является очень важным фактором. На работу в новую структуру принято 20 человек. В сентябре будет трудоустроено еще 30 специалистов. Также прорабатывается вопрос о трудоустройстве сотрудников Ульяновской фармации. Анна Тищенко, Даниил Сурков, новости Улправда ТВ.